Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайф. Мои хорошие, будем с вами продолжать обсуждать сегодняшний ролик Уралки и Сарафана. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал, ссылочку на него обязательно закреплю в комментариях. Ну что ж, мои хорошие, у меня сегодня был практически выходной день, да, не считая одного ролика на Уралочку. Видите, я это даже за рабочий день ни в коем случае не считаю, потому что это был один ролик, я сказала, что нас пригласили на день рождения к нашим родным, близким, любимым и так далее. Мы приехали, да, и вот я думала, садиться, не садиться, делать обзоры, потом решила, что надо бы выйти к моим дорогим зрителям и устроить самое настоящее еще плюс общение в чате. Мне очень нравится, когда мы с вами вместе общаемся. Это, конечно, очень приятно, и я бы сказала, на самом деле очень сближает. Ну что, друзья мои, в общем-то, в общем-то, продолжаем с вами обсуждать сегодняшний ролик Уралки. Ребят, ну так они веселились. Ну, так они угорали, ну, так они ржали. Ну, для тех, кто не в курсе, собственно, о чем идет речь, да, я немножечко поясню. Ралка с Сарафаном сегодня 25 минут в ролике, ну, не весь ролик, ну, на значительную часть ролика. Пытались показать, как же им было смешно над комментариями, где, вот, знаете, вот показывали, да, и рассказывали, говорили о том, что нет-нет-нет, это ни в коем случае, это не их птица, это не их бройлеры и так далее. Мы так смеялись, мы так смеялись. Если бы, как сказала до этого Уралка, можно было бы упасть и валяться, кататься от смеху, а от смеха по полу, она бы это сделала. Но я уже озвучила Уралочки, что в таком случае надо было бы вызывать подъемный кран. И только тогда можно было бы спасти положение, дабы поднять эту катающуюся по полу, друзья мои, тетю-мотю. Ну а вообще, вы знаете, когда человек смеется, он довольный, он счастливый, он веселый, глаза наполнены смехом, да, а здесь злые глаза, смотрят из-под лобья. Уралкин вот этот вот наигранный смех от того, что сказать-то нечего, понимаете? Абсолютно нечего. Уралка сидит, сидит сама уже обосралась по полной программе, вот понимаете, вранья. Сколько даже сегодня в ролике было вранья, собственно, как и всегда. Напомню тот самый момент, когда они весь год рассказывали, как же Абду любили в классе. Как же с ним с первого дня, как он только прилетел сюда в ревду, пошел с первого дня в школу, с ним братались, да? Я об этом уже в сегодняшнем ролике говорила. А тут бац, оказывается, в прошлой школе было ему плохо, в прошлом классе, да, с прошлыми детьми, учениками и так далее. А вот сейчас второй раз в четвертый класс, ой, ну все так хорошо, ой, ну прям так полюбил всех, ой, его прям так все полюбили. Ну, ну, как говорится, продолжение следует. То есть сами, сами в сами себе противоречат, а потом ищут виноватых. Уралка, вашим вранье не виноват абсолютно никто. Ты знаешь, просто люди умнее вас намного. Люди учатся слушать, слышать, да, анализировать и запоминать. Вам это не дано от слова совсем, поэтому вы только и делаете каждый день, палитесь на таких вот а, а, мелочах, да, плюс я говорю, как-то ездила на море, да, рассказывалась, 53 года один, один нёшенек раз всего была на море, потом бац, не успела поехать и уже насочиняла, что была аж целых 10 раз. И тут она говорит: вот мне пишут, ты же говорила, что ты а, щипала кур, да, а здесь ты сказала, что делала это впервые. Она, ну я же озвучила, что я на Кубани дощипала, да, да это был гусь и так далее. Да какая к чертовой матери разница, гусь! Утка или курица, да, или это индюк, не имеет вообще никакого значения. Есть маленькие такие тонкости, но это не имеет значения. Если ты этим занималась, значит ты этим когда-то в жизни уже занималась, да, птицу общипывала. Я думаю, все прекрасно понимают, о чем идет речь. Но Уралка тогда сказала, а я ж уже этим занималась, на Кубани гуся общипывала. А потом она говорит, а я никогда этим не занималась, я делала это первый раз. Так ты вообще следи за своим базаром. Кто виноват в том, что ты мелешь черти что? А потом ищешь виноватых вокруг себя. Никто вас за язык не тянет. Никто абсолютно. Да, Далее, далее, ребят, вот этот прикол про швабру. Боже мой, опять же, настолько вот врет постоянно, да? Вот эту швабру им присылали на обзор уже раз шесть, это точно. Вы знаете, сегодня, когда она демонстрировала, как она моет одновременно, да, одной и той же тряпкой потолок, стены, потом полы и так далее, она даже не знала, как снять эту насадку. Но если ты хотя бы раз пользовалась бы этим делом, да, если бы ты пользовалась этим, да, по крайней мере, ты бы меняла бы вот эти вот насадки, да, и так далее, ты бы знала, как это делается. Она даже не знала, как это снять. Сарафан ей сегодня подсказывал. То есть она показывает, что она этими швабрами вообще никогда не пользуется. То есть это исключительно только реклама. Понимаете? Насколько она уже завралась. Хочется сказать, а что, слабо было попользоваться? Или, скорее всего, Уралка, конечно же, вообще этим никогда не занимается, почти всегда этим занимается Сарафан. Ну, Сарафан, по крайней мере, знал, как это дело делается. Далее они кричат, ну что, ну нас просто вынуждают, теперь мы будем врать постоянно. Так вы и так врете постоянно. Кто вас вынуждает? Вы палитесь на вранье конкретно каждый божий день. И это не чья-то вина, это исключительно только ваша вина. Вы и так врете каждый день. Продолжайте, Уралка. Ты кого с сарафаном решила пугать? Нас? А нас-то че пугать? Вот как раз-таки мы, глядя на ваш цирк вот этих вот двух клоунов, да, посмотрели, поржали, повеселились, посмеялись и дальше пошли просто поржали и покрутили пальцем у виска. А вам с этой репутацией, вернее, с остатками этой репутации потом жить. Да, да, продолжайте в том же духе, врите дальше. Будете главными врунами на ютубе. Ну, вот и такое бывает. Далее, друзья мои, представляете, вот это было вообще нечто. Уралка говорит, все, все, кто наши знакомые, кто смотрит и кто читает комментарии, то есть все знакомые уралки, пытается она, значит, убедить всех своих зрителей, что все ее знакомые смотрят обзорщиков, и все ее знакомые читают комментарии. Ребят, я просто в шоке. И все они были в шоке, и все они были в шоке от того, что, от того, что пишут и говорят про нас. А мне хочется спросить, а вашим знакомым больше заняться нечем? Вот знаете, ребят, я могу сказать точно: я веду обзорный канал уже ровно три года. Но мои обзоры не смотрит никто. Из моей семьи, да, не мой муж. Естественно, детей я вообще даже не беру, это даже не обсуждается. Это не детский контент абсолютно, да? Ни моя мама, ни моя бабушка, ни мой папа, ни мой брат, ни его жена, они это не смотрят. Они это не смотрят, да? Во-первых, у каждого из них есть свои интересы, это смотрят те, кому это интересно, да? А что, Уралкины все знакомые, у них своей жизни нет? Ему интересно только то, что интересно Уралке. Понятное дело, что это исключительное вранье. Я прекрасно понимаю, про каких знакомых Уралка говорит. Про свою подруженцу Ириху и про своего вот этого приятеля кишлачного Сраила. Ну так там понятно. Там только и сидят целыми днями на каналах обзорщиков, да, и бегают по нашим телеграм-каналам. Лучше бы вы, знаете, вот я хочу дать совет Ирихи Уралке, лучше бы вы это время свободное потратили на то, чтобы отмыли свои жилища. Вот здесь было бы действительно больше пользы для дома, да? Ну или занимались бы своими детьми, хотя бы изредка, ну так, на минуточку, да? Опять же, вот как ни крути, ребят, понимаете? А здесь даже близко ничегошеньки нет. Далее. Далее мы не стали показывать, опять трендит как Троцкий, Уралка, мы не стали показывать, как мы все это делали, потому что у кого-то, возможно, не такая а, крепкая психика. Правильно, как я тогда заметила, показывать не стали, но все это делали в присутствии двух девах и рихи, да, двух девчонок которые дошкольного возраста. Видимо, их психика выдерживает абсолютно все. Ребят, а вы знаете, я опять же говорю, как они вот это вот все рубили, это, конечно, не показывают. Да, опять же, это показывать не стоит. Но как они общипывали кур, да, как они это делали, это было показать, расплюнуть, общипывали кур они их не общипывали. А если бы они их общипывали, они бы эти моменты бы нам продемонстрировали. В этом нет абсолютно ничего крамольного, и в этом нет ничего страшного. Поберуха, между прочим, показывала, у нее есть специальный такой этот агрегат, где она общипывала, в котором этих кур, да, они показывали, как они занимались забоем, да, ну не сам прям такой откровенный момент, но как занимались, показывали, и как общипывали, да, вот с помощью этого, значит, аппарата, и все на свете, то есть все это она показывает а эти показали голых белых кур, да, потом показали каких-то красных кур, в общем, показали все то, да, чего не показывали, то, что если бы они действительно это делали, они бы, конечно, все это нам непременно бы продемонстрировали, да и плюс действительно. Тушки кур, Уралка, ты знаешь, у всех есть глаза. Тушки кур, как я уже говорила, были значительно больше тех самых кур, которые у вас держались, да, вот находились в этом курятнике. Короче, друзья мои, нефиг делать уралки и ее друзьям-зигавантам, они сидят на наших каналах и э, штудируют наши комментарии, лучше бы открывали какие-нибудь умные книжки, и там находили знакомые буквы, а то один зелень-мелень, вторая тоже там, знаете, никак не может определиться, то ли у нее детский контент, то ли не детский, мат-перемат стоит, да, то ли еще что-то. Третий вообще ничего не понимает, как говорится, леопарда, да, от зебры от, отличить не может. Четвертая вообще, живая 53 года в России, забыла чисто начисто русский язык. Абду обещал помогать с пельменями, но что-то не торопится, не хочет идти, Сарафан говорит. Так он там телевизор смотрит, ну да. Друзья мои, все. Книжки читать перестали, к репетитору ходить тоже, на массаже тоже. Вот обратите внимание, как все резко. Знаете, стоило пойти в школу, тут же все сразу же забросили. Вообще все, да. И телевизор стало можно смотреть. И все теперь можно. Далее, говорит Уралка, пришел помощник на последнем килограмме теста. Пришел Абду, друзья мои, и, как всегда, уже по доброй традиции его стали позорить в кадре. Я уж сегодня говорила о том, что был такой момент, когда Абду просил, чтобы вырезали из кадра. А на что Уралка с Сарафаном сказали, нет-нет-нет, мы это вырезать не будем, не надо, зачем? Ну, я сказала правильно, позорят сами своих детей, сами продают их, да, вот так вот ради больше, чтобы было больше просмотров. А потом виноватых ищут среди зрителей. Зрители виноваты, что не так, не так, что-то как-то где-то поняли. Да? А что, что зритель а, складывает свое мнение, исходя из того, что они показывают, они об этом даже не думают. Короче, очередное позорище для Абду. Пришел Абду, друзья мои, уселся за кухонный стол, взял, обслюнявил свои пальцы и этими пальцами начал протирать глаза. Ребят, на минуточку. Не в пещере живет, не в пещере есть вода, есть горячая, холодная, есть ванная комната, где можно привести себя в порядок и так далее. Я так понимаю, в кишлаке как раз-таки, да, они именно точно так же вот в этом семействе у сарафана, раз так делают, да. Они как раз-таки вот так вот плевали на пальцы и а, слюнями мыли свои глаза. Ну, раз для них это в порядке вещей, раз это нормально считается, ребят, представляете, какое-то позорище. И ведь это позорище никто из этих, да, ни горе, родитель, папаня, ни тетя мотя, никто это даже близко вырезать не стал. А зачем? А пусть смотрят, а пусть возмущаются, а пусть будет больше просмотров, а пусть потом потом вот так вот, знаете, мне сегодня, кстати, комментарии написали по поводу того, что, представляете, вот там приходят, пишут же им хорошие комментарии, как надо делать, а там как накидываются овчарки-уралки. А я в очередной раз вам хочу сказать, вам что, больше делать нечего? Вам больше негде писать комментарии? Вам мало обзорных каналов? Вы хотите, чтобы я вас пожалела, что вы бегаете по обзорно, вернее, по каналу Уралки и создаете им активность? Ну, продолжайте в том же духе. Это ваше личное дело. Только не надо жаловаться на обзорных каналах, что там вас вот на вас накидываются там овчарки. Вы создаете этим активность. Я думаю, это понимает любой нормальный человек. Да? То давайте будем меньше об этом говорить, то сами же бегаем туда, создаем там активность, потом прибегаем на обзорный канал и начинаем жаловаться. Я считаю, что нечего тогда там делать. Если на вас там накидываются, да, то чего тогда там делаете? Мне просто интересно. В общем, друзья мои, очередное позорище, конечно же, никто даже близко вырезать не стал. А зачем? Опять же, просмотров будет больше возмущений будет больше. А когда мы с вами об этом поговорим, да, мы в своих обзорах, зрители в своих комментариях на обзорных каналах, а вот потом вот эти два горе родителя, ну, Уралка родителям никогда не была, да, но это я так обобщаю, как говорится. Так вот, эти два горе родителя усядутся и начнут стенать. Боже, они цепляются к нашему мальчику. А то, что они этого мальчика сами, пацана, подростка, выставляют на позорище, на всеобщее обозрение, им плевать абсолютно. Матерился – не вырезали. Жрал, как не в себя, да, неадекватно, когда писали ему все, кому не лень – не вырезали. А говорит про туалет, просит вы, – вырежьте, да, вырезайте вот эти моменты. Уже сам просит – вырезайте эти моменты. Не вырезают. Сидит, слюнявит глаза пальцами, да, обслюнявил пальцы, и тут же вот эти этими слюнями, значит, на пальцах, да, вытирает глаза, опять ничего не делают. А зачем? А зачем? Так хоть какое-то разнообразие тухлого контента. Собственно, все понятно. Только тогда какие вопросы и претензии к нам? Если вы сами позорите и выставляете на как раз-таки, да, ради просмотров своих детей, другие своих детей жалеют, представляете, да? Далее, друзья мои, она говорит, ты это кушать хочешь, спрашивает она у Абду, он, ну да, типа, да, она, ну надо же, ну неужели, Уралка, что ты мелешь? Ты то говоришь, что они ходили, тебе клянчили и говорили, что мы сейчас от голода умрем. То они кричали, когда, когда очень хочется кушать. То, оказывается, неужели ты захотел есть? Ну, так вас послушать, вы вообще всегда хотите есть. Вы вообще всегда едите и всегда хотите есть далее, друзья мои, спрашивает, а что ты там хоть спро смотришь, спрашивает она у Абду, ну, а Сарафан объясняет, что Абду смотрит, значит, популярного блогера из Америки, у которого огромное количество подписчиков, он там, говорит, всякие челлендж, челленджи, челленджи, еле Сарафан выговорил, снимает, ну, собственно, а что удивляться? Все, Абду уже опять стал вундеркиндом, друзья мои. Книжки читать не надо. Уроки не задают. Да-да, представляете? Вообще ничего не задают. Да, в четвертом классе вообще ему ничего не задают. Да? Он и так все знает. Он вундеркин. Все книжки, которые мы, значит, передали, да, я говорю, нашли, кому передавать. Нужны они ему были как обезьяне граната, так и ему вот эти вот книжки. Лучше бы отдали тем, кто действительно любит читать и читает за поями. Нет, нет, он теперь сидит, смотрит каких-то там непонятных блогеров, да, опять же, опять же, господи ты, боже мой, кто бы сомневался. Понятное дело, не с книжкой в руках он сидит и не грызет гранат нау... а, гранит науки, друзья мои. да. В общем, я так понимаю, что будет дубль 2 в конце учебного года. Далее, далее, а что, а, когда они пытались пообщаться втроем, мне стало смешно. Это, знаете, из серии разговора слепого с глухим. Это было так: Уралка что-то несет одно, Абду вообще никого не понимает, сарафан тоже там что-то третье. Короче, разговорились по полной программе. Учись, говорит Уралка, учись готовить пельмени. Вот будет у тебя жена. Вот попросишь ты ее сделать себе пельмени, а она скажет, я не умею, а ты ей скажешь, а я сам могу. Ну да, больше действительно никаких интересов быть не может. Пожрали, посрали. Плюс надо срочно-срочно женить все. Ни учебы не надо, ничего больше не надо. Кто о чем, как говорится, о вшивой, о бане. Видимо, Уралка уже подыскивает Абду какую-нибудь, друзья мои, невесту. Надеюсь, не из своих подружек. Ну, так просто на минуточку, да? Далее. Вот, говорит, папа у нас только есть и умеет. Сарафан говорит, не только, еще и плов готовлю. Она говорит, ну, Плов-то, говорит, такой, говорит, с натяжкой. Собственно, что и требовалось доказать. Все, что делает сарафан, исключительно с большой натяжкой. Это очень заметно. Изнемогают, изнемогают, есть хотят, кричит Уралка, потом, значит, показывает нам, как она сварила пельмени, 50 пельменей, друзья мои, на троих, 15 штук будет Уралочка, представляете, а сарафан 20 штук где такое видано, кто в это поверит, что Уралка стрескает только 15 штук, хотя нет, мои хорошие, я поверю, в кадре стрескает 15, а вне кадра съест еще штук так 200, а то и 300, я так понимаю, далее она говорит Сарафану, а он говорит, не знаю, не знаю, буду ли есть, потому что типа это же, это же из наших Ур, да, друзья мои, все так показывает, что он так переживает, ну так прям переживает. знаете, а мне что интересно, а Абду ты что собрался есть, Уралка? Опять же, опять же, потом скажешь, кто виноват. А виноваты вы. Вы с Сарафаном самые первые кричали, что сто процентов Абду это мясо этих цыплят есть не будет. А чего ж он нацелился есть пельмени? Отвечайте за свои слова. В этих пельменях у вас как раз-таки прокручены грудки да, из ваших цыплят. А чего же вы а, говорите, говорите, а потом, да, как бы не отвечаете за свои слова. Опять же, мне интересно. Ты говорила, не знаю, буду ли есть 50 на 50, она накинулась уже давным-давно на эту курятину, да. А Абду вообще кричал, что 100%, Абду 100% есть не будет. Вот вам, собственно, ребята, и слова Уралки, да, как говорится, делить как минимум на двое. Вообще ее словам верить, получается, нисколечко нельзя. Далее говорит, ну что, вкус Вкусные домашние пельмешки, ребят. Здесь мне стало смешно. Наша амнезийная с провалами в памяти опять нехороша. Срочно санитаров в студию. Уралка, я тебе напомню. Твои домашние пельмешки из чего состоят? Из покупного теста. Ну так, на минуточку, да? Тесто покупное. Фарш а, наполовину покупной. Говяжий фарш у вас покупной. Опять же, да, что там у вас натурального домашнего? Две грудки или одна грудка, которую вы там прокрутили, так это не домашние пельмени. Домашние пельмени это когда и фарш домашний, и тесто сделано своими руками. Это любой нормальный человек абсолютно понимает. Далее он говорит, а ты что-то красное стоишь, красное. Ну да, типа, бухаешь, наверное. Она, ой, конечно, я так устала сегодня. Устала, уж очень я устала ты знаешь, а я вот нисколько не сомневаюсь. Один ролик в день сделать, вот лично для меня, вот даже вот сегодня, второй ролик подряд, это я вообще за работу даже близко не считаю. Ну, ты-то так упахиваешься, это, конечно, нечто. Срочно, Уралочка, тебе надо опять куда-нибудь на отдых. Обязательно. Иначе как ты, бедная несчастная, справишься? И сарафаны прихвати. Он тоже уже изнемогает от трудов праведных. Друзья мои, вот такой обзор. Всех целую. Всем пока-пока.